Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Это второе видео по модификации для армы под названием DayZ. Я, честно говоря, совершенно не планировал его снимать, но раз просите, то давайте помаленьку будем разбираться вместе. Сервера обновились, вышла новая модификация файла DayZ, собственно, которая была раньше 1.5, теперь она 1.6. Поэтому необходимо обновиться на сайте, вот что я вам хотел сказать. Вообще ночь. Я зашел на какой-то случайный сервер, на первый попавшийся, и обнаружил, что персонажи, оказывается, сохраняются. После этого я нашел винчестер вот здесь, на этой ферме. А так, в основном, собственно, изменений по сравнению с первой серией не так много произошло. Я успел маленько перекусить, успел попить водички, по новой наполнить флягу из ближайшего водоема. И теперь мы будем направляться дальше. Я хочу исследовать полностью этот комплекс. Я пришел оттуда, из того... того завода. Я сегодня могу заговариваться, потому что время уже 3 часа ночи, что-то у меня какая-то бессонная ночь получилась, но в итоге, раз получилось, почему бы не снять парочку серий. Как вы знаете, времени у меня сейчас не очень много, вообще времени довольно-таки мало, с этой работы зашиваюсь, поэтому серий по DayZ будет не так уж и много, то есть они не будут идти каждый день. Сколько смогу, столько сниму. Ну, в общем, серии где-то, наверное, по 3 в неделю будет. Точного графика по этим сериям нет. Я думаю, нужно немножко прибавить гамму, чтобы вам было видно, где мы вообще находимся, что мы делаем. Изнутри доносится завывание зомби. Кто-то пишет, спрашивает, есть ли тут русские. Давайте отметим его. Блин. Ответим ему «да». Почему бы и нет? А сами давайте пока осматриваться, что у нас здесь есть. Здесь довольно темно. Вон там я вижу, что-то шевелится. И вон там что-то есть. Я не особо уверен, что нам нужно сюда идти, потому что слишком... Там кто-то есть. Откуда он пришел? Так, ладно, с этой фермой мы, пожалуй, не будем разбираться, потому что там как минимум трое врагов на ней. А вот в этом можно попробовать зайти вот через этот вход. Так, мне пишет, не хочешь ли объединить усилия, но я, пожалуй, сегодня не буду искать себе друзей. Сегодня я поиграю в одиночку. Будем заниматься чисто исследованием. Я вообще не понимаю, что... такого интересного летсплея по этой игре, почему вы его так просили. Потому что, по сути, эта игра не богата на события, и большую часть времени вы здесь именно ползаете на пузе, высматриваете что-то, как... Но, как говорится, просящему воздается, поэтому раз вам так это нужно, то давайте этим займемся. Но еще раз повторю, не просите у меня каждый день по серии этой игры, потому что я просто натурально не успеваю, и вот у меня выдалось свободное время, чисто поэтому я решил этим заняться. Было бы у меня побольше свободного времени, я бы занялся прохождением Demon's Souls, потому что оно уже давно висит на мне, и все, никак я не могу до него добраться, а очень бы хотелось. Так, здесь внутри, по-моему, никого нет. Ой, там кто-то что-то мне приятное пишет. Ладно, спасибо вам, надеюсь, вы это увидите. Я вам очень благодарен за ваши слова. Давайте кинем тут вспышку. Вроде как тут никого нет. Осветим себе эту местность. Но это опять же палка о двух концах. Так, это что? Патроны. Шо, возьмем. И бинты, да? Ладно. Так, ну в целом неплохо. Так, а это что? Банки. Это вот мы возьмем, это жатва, это нам очень пригодится. Так, и пасту одну для разнообразия. Хорошо. Так, и патроны еще берем. Это другие типы патронов для моего винчестера. Вообще у меня на винчестер достаточно много патронов сейчас стало, чему я несказанно рад.
Сколько у меня их уже? 4 обоймы. Это вообще круто, по-моему. Так, а это что такое? Пустая из-под водички. И пустая консерва. Ладно. Так. Мне показалось, что у меня шапки нет. Здесь стрелы. Стрелы мне не нужны. Ну, давайте вот так посмотрим. Так, стрелы. Ну, можно взять. Она не так много весит. Блин, почему ты в сумку не лезешь? Я не знаю. Как-нибудь можно тебя в сумку затолкать? Вспышку хочу взять. Ладно, тогда вот так лучше. Хорошо. Так, оставим. В целом меня все устраивает. Единственное, сейчас бы найти оружие получше. Потому что, конечно, моя пушка, она хороша, но я бы предпочел калашников. Или, скажем, снайперскую винтовку. Та винтовка, которая была у меня, на нее очень трудно найти патрон. Но она, как вы помните, была очень хорошей. Так, ладно, уходим отсюда. Сейчас нам нужно выйти туда, обратно к побережью. Достаточно светло. В принципе, можно поставить обычную нормальную гамму, потому что свет луны, в принципе, неплох. И так, я думаю, даже получше будет, потому что красиво все выглядит, намного более верно. Так, ладно, уходим от этого палева. Она еще долго будет гореть, минут 20, наверное. На сам завод заходить не будем, там слишком темно, там вообще очень темно, просто натурально в этих помещениях. И куча-куча зомби. Поэтому я не хочу туда лезть сейчас. Кто-то там видит вспышку на пляже. Надеюсь, на пляже именно там, а не здесь. Мне опять кто-то пишет. Давайте ответим. Так, хорошо. Это у нас что такое вообще? Водонапорное, что ли? Я не знаю, я не особо разбираюсь в этих во всех системах. Но сам по себе это завод индустриальный какой-то. Возможно, здесь просто как топливо хранится. Не знаю. Так, ладно. Я так понимаю, ночь еще будет долго идти. Ночью, согласитесь, подожди. Согласитесь, ночью ощущения совершенно другие от этой игры. Это натурально уже в хоррор превращается. Потому что днем еще как-то более-менее так воспринимается, как тактический шутер, особенно если вдвоем с кем-то бегаешь. А ночью вот эти всякие заброшенные сооружения. Подожди. Это же не моя вспышка. Не моя вспышка. Или подожди, это может отблеск? Ладно, уходим. Единственное плохо, что он сейчас может быть на хвосте у нас. Вон, как видите, там опять кого-то убили. Может выследить нас, потому что в лунном свете все довольно-таки неплохо. Это просматривается, особенно если у кого-то снайперская винтовка. Ну, вообще доволен, мое оружие меня сейчас радует. Я заходил на сервер DayZ, там пишут, что средняя продолжительность жизни у персонажа сейчас 4 часа, так что я надеюсь, нам хватит способности прожить гораздо дольше. Но если уж профи здесь живут такое время, то да. Игра вообще просто, блин, бешеными темпами набирает популярность. Кто-то мне сказал, что она набирает популярность во всем мире из-за того, что какой-то сайт там или канал на ютубе выкладывает стримы по ней, там, 6-часовые. Я, честно говоря, сомневаюсь. Скорее всего, это, наверное, потому что, блин, крупные такие издательства, говорю, конторы, типа IGN, Game Trailers и Digital Foundry начали ее активно рекламировать. И я думаю, что все-таки, скажем, блин, какая-то музыка прекратится, что, скажем, в топ в Steam, то, что игра сейчас продается топовая, в топ-пятерку входит продаваемых игр в США и в Европе, это отнюдь не связано с тем, что в России какой-то там канал есть.
Так что, блин, будьте реалистами. Но у нас, конечно, в дело популяризации этот канал, это, по-моему, MMORPG Suit. То есть, друзья мои, вот, по-моему, этот канал. По нему эти стримы были, я, честно говоря, не знаю. Я маленько, Эл маленько. Кстати, Эл, по-моему, на этом же сервере играет, я не знаю. И, кстати, мне рассказали, что вот этот вот напарник, с которым мы ходили, говорят, что он там в своей игре, в своем, то есть, первом взгляде убил. То есть, я отснял это видео то пораньше, его просто попозже выложил. И в своем видео как раз он нашел уже того персонажа, уже после того, как я с ним расстался, он успел его застрелить, короче говоря. Он там просто всех убивает, говорят. Так что не знаю, возможно, где-то в игре мы с ним пересечемся, он бандит, но если ты это смотришь, Эл, то знай, что я буду стрелять первым. Так что не волнуйся. Дружба у нас не получится с бандитами. Так, тихо. Там кто-нибудь есть, нет вообще? Кстати, в этой игре говорят, что можно ориентироваться по звездному небу. Если это правда, то это офигеть. Ну, блин, в этом вся арма. Тут как бы совершенно не нужно удивляться, потому что эта игра реалистична до мозга костей во всем, в чем только можно. Так, нам, пожалуй, лучше в лесок, наверное, лезть, в лесополосу вот эту по краешку и бежать, потому что, блин, на открытой местности нас убьют, тем более тут по берегу больше всего народу бегают. Не знаю, лучше не рисковать. Тем более у нас одежда такая светлая. Не хотелось бы, чтобы нас заметили. Так, ну интересно, куда это нас приведет? Так, осторожно, я что-то вижу. Давайте-ка мы присядем. Мы пришли в какую-то деревеньку. Ой, блин, что-то игра притормаживает. Вроде на момент предыдущей записи такого не было. Не знаю. Так, что нам тут может понадобиться? Единственное, я хочу найти либо оружие получше, либо, скажем, жатвы еще. А так нам не сказать, чтобы что-то нужно. Так, вот этот джип, по-моему, можно починить. Кто-то спрашивает, тела в мешках, это декорация или что? Насколько я понял, это просто декорация, потому что от них толку особого нет. Так, сюда мы не можем войти. Осторожно. Это вообще ангар, мы никак не сможем открыть, я так понимаю. Да, похоже на то. А когда я бегал еще ночью... Ух ты. Машина работает, нет? Тихо, где-то он там зомби. Этот машина не работает. Когда я бегал тут ночью, то есть до того, как я включил запись, еще шел проливной дождь. И это было очень хорошо, потому что он гасил звуки ударов, то есть стрельба, просто шаги, все это гораздо меньше шума производило. Ну и кроме того, сама по себе видимость сильно убавлялась. Если вы слышали грохот, то вы сами знаете, что это такое. Так, там где-то зомби, я хочу проверить, этот джип можно отремонтировать, но я уже вижу, что его нельзя отремонтировать, потому что он убитый просто, извиняюсь, в говно, то есть полностью. Так, а может тот грузовик, возможно, нет, смотрите, он просто расхреначенный, просто раздраконенный, я не знаю как-то. Ой, тихо, тихо, тихо. Не хана. Блин. Ты чё такой быстрый? Неудачно. Так, мы теряем здоровье, нет? У нас крови 11801. И вроде как мы ее не теряем. То есть вроде как он нас не успел поцарапать. Кстати говоря, говорят, что в ближайших патчах добавит возможность, то есть враг тебя заразит, и у тебя будет несколько дней на то, чтобы найти лекарство, что ли. Ну, я не знаю. Короче говоря, что-то такое собираются вести. Так, куда я иду?
Не очень удачно у нас поперло все. Сколько у меня патронов-то вообще? Достаточно много. Надо сказать, обильное такое количество. Да, мне, кстати, тоже интересно, что это за сервер, он кто-то спрашивает. Блин, ну какая в игре атмосфера даже. Офигеть же просто. Неожиданно совершенно. Так, это колесо мы можем подобрать? Нет, оно убитое. Где-то вон там зомби. Понятно, он внутри, короче говоря. Я уже не очень хочу туда идти. Ладно, обойдемся. Мне бы еще понимать, где я. И, кстати говоря, давно машин не видел. Первый раз играл, прям ко мне приехали бандиты на УАЗике и расстреляли меня. Когда я еще был неопытный, не знал, что их нужно бояться. Пришел к ним с высоко поднятыми руками и улыбкой на лице. Они меня и замочили. Теперь бы меня они, конечно, уже так просто не взяли. Но такие дела, в общем. Ну, короче говоря, тут иногда бывает, вот курсируют машины с недоброжелателями. Нужно быть тихо. Нужно быть осторожным. Что-то я сегодня заговариваюсь, блин, и как бы мне это боком не вышло. Я не знаю, куда я пришел даже. Вообще выглядит достаточно неплохо это помещение. Ой, помещение, говорит, это местность. Еще бы лодочку найти, чтобы можно было плавать по берегу, да подплывать только к тем местам, которые тебе нужны. Но лодочек, честно говоря, что-то не видать. Группа бандитов где-то. Бандиты вот, они молодцы, они кучами держатся. Бегают по 3-4 человека. Как правило, если ты встретил одного, значит, что с тобой там еще пара-тройка будет. Так, ты один там? Нет вообще? Кажись, один затих, потому что... Бежит, бежит. Осторожно, нужно по-быстрому смотреть, что здесь есть. Здесь пустые консервы, все пустое. Здесь уже кто-то побывал или это просто такое лежит. Я не знаю, но, короче говоря, поживиться нам тут нечем. Мы зря просрали 2 патрона дефицитных. Ну ладно, бежим дальше. Уходим отсюда тогда. Хотя домой я не особо хочу идти, потому что мы и так уже достаточно много в этом поселении шухера, наверное, наделали. Блин, ну я извиняюсь, я сказал, что я заговариваюсь. Я действительно заговариваюсь. Время уже к 3 подходит. Поэтому язык заплетается. Так, я тут смогу выйти, нет? Еще бы не влупиться в кого-нибудь прямо тут. Это было бы печально. И узнать бы, как называется это поселение, чтобы я мог маленько ориентироваться, понимать, откуда ждать опасности. Блин. Нет, здесь нет названия этого населенного пункта. Там выстрелы, что ли, вдалеке были? Честно говоря, не уверен. Давайте вот на этой остановке ляжем и осмотримся. Что-то это все не очень здорово выглядит. Сколько, интересно, времени? Давайте спросим. Так.
Ну, судя по положению Луны, это еще только начало ночи, то есть часа где-то 2-3. Поэтому ночь еще будет долго идти. Так что на эту и на следующую серию хватит, я думаю, еще такой погоды. То есть этого времени суток. Так, по берегу ничего не видать. Вроде ничего. Ладно. Дорога нас куда-то приведет. Вот населенный пункт у нас заканчивается, похоже. Можем туда сходить, только нужно ли мне? Там вроде ничего хорошего особо не видно. Не знаю, давайте лучше посмотрим, что за населенный пункт это у нас. По крайней мере, вообще я доволен своим положением сейчас. У нас есть оружие с кучей патронов, у нас есть жатва, у нас есть вода. Для начала, для начального уровня, это, по-моему, все, что нам нужно. А дальше уже просто улучшать это все нужно и не потерять по возможности. Потому что я два раза эту серию сложал и навел шухера там, где этого не стоило бы делать. Ну, опыт приходит со временем, как говорится. Вот на таких ошибках нам приходится учиться. Но в целом все равно, блин, опасно, опасное действие. Так, это у нас Хелм, что ли? Или это заканчивать Хелм? Березина. Это похоже Хелм заканчивается. Березина пойдем или туда пойдем, дальше по берегу? Вот что мне интересно. Это Солнечный у нас, да? Солнечный 3 километра вообще-то. Ладно, пойдемте в Березину. Березина, я не знаю уж. Скорее Березина, верно? Если по-русски так-то. Так, ладно. Блин, ну как видите, вот такие вот серии будут. Надеюсь, вам нравится. Надеюсь, оно того стоит. Потому что здесь событий не так, чтобы много. Но вот это вот в наушниках ночью играть, это просто офигительно. Это такой эффект присутствия, что ну просто слов нет. И надеюсь, это интересно смотреть. Надеюсь, я не слишком монотонно тут бубню. Потому что мало ли. Но как бы это экспериментальные серии, я не уверен, что это вообще нужно людям. Ну, просто народ просит, я решил попробовать. Я в такое обычно не играю. В то, в чем нету логической цели и нету логического завершения. Но так, для разнообразия попробовать все-таки, я думаю, можно. Блин, я на этой поляне как на ладони. Куда же я иду, а? Где-то поблизости, судя по всему, зомби. Сейчас, я думаю, мы дойдем вон до того дома, исследуем его. Да на этом прекратим эту серию. Что-то неспокойно мне как-то. Музыка неспокойно играет. Как бы это все не вышло нам боком. Так, а эта дорога куда ведет? Я сейчас запутаюсь точно опять. Так, ну вроде пока что спокойно. Ушли из населенного пункта, и поэтому уже не так много всякой пугани здесь. Так, ладно, можно во весь рост встать. Тут все равно пока что некому меня заметить. А если снайпер какой бы целью, то там без разницы, хоть ты в присядку ходи. Хоть так, хоть эдак, как говорится, хоть лбом, хоть по лбу. Все равно никуда не денешься. Так, ладно. Здесь один, похоже. А там деревенька у нас на горизонте. Тут, похоже, он питался, прежде чем зазомбячиться. Там какая-то движуха. Где-то он там.
Давайте-ка мы сюда зайдем. Блин, посветить бы, конечно. Так, что у нас здесь? Химический огонь. В принципе, это неплохо. Только нужно его чем-то заменить. Вернее, что-то им заменить. Единственное, что он демаскировку дает страшную. Так, ну ладно. Возьмем патроны еще к винчестеру. Нам с этим везет вообще. Так, это мы можем скушать. Давайте съедим одну консерву. Вот эти вот макароны. Подожди, я не могу их съесть. А, видимо, их можно будет... Или подожди, нет, вот так можно съесть. Покушали. Теперь возьмем вторую про запас. У нас там, конечно, еще есть. Но, короче говоря, еще возьмем. Так, бобов еще. Чтоб пердеть потом без умолку. Так, и патроны. По патронам у нас, в принципе, и так все неплохо. Тут что? Еще консервы. Ладно, эти консервы я, пожалуй, оставлю. У меня по консервам достаточно неплохие запасы. Ну и что? Я думаю, на этом мы прекратим эту серию. Следующую начнем отсюда же. Тоже сегодня запишу, тоже ночью будет происходить. Двинемся дальше вглубь территории, посмотрим, что еще сможем найти. Пока что могу сказать, что я неплохо справляюсь, потому что, несмотря ни на что, я пока что жив. У меня оружие, у меня жратва, и даже он кровь восстановилась. То есть вполне себе неплохо все идет. Надеюсь, вам понравилось. Это такой экспериментальный у меня будет цикл серии по этой игре. Надеюсь, это будет интересно вам, потому что вы просите, я решил это сделать. Как бы там ни было, с вами был Артур. Всего хорошего. Пока.